Валяю, сэр. Мне некуда идти. Если через 3 секунды ты еще будешь здесь, проведешь ночь в сугряне. Ухожу, сэр. Ухожу. Шея затекла. Портной нашел способ получать доход от мрака. Она заражена. Не буду я платить ни гроша. Ладно, тогда мы посмотрим, что у тебя есть ценного. Стойте, стойте! Не спешите. Я найду, чем заплатить. Давай поживей. Здесь открыто. О чем ты говоришь? А? На меня готовится покушение! Помогите! Наконец-то займемся делом! Я знаю, что ты где-то здесь. И скоро найду. Нет! Мне здесь ради чего жить! Может, ты меня ранил, но и тебя тоже выдал! Закрытая вечеринка. Умоляю, сэр, мне некуда идти. Если через 3 секунды ты еще будешь здесь, проведешь ночь в сугряне. Ухожу, сэр, ухожу. Какая тут жуткая вонь.
спросил у Гриедов об одежде, а не о гнилых обносках. Что это за пятна? Даже портной нашел способ получать доход от мрака. Она заражена. Не буду я платить ни гроша. Ладно, тогда мы посмотрим, что у тебя есть ценного. Стойте, стойте! Не спешите. Я найду, чем заплатить. Давай поживей. Что-то не так. Ух, речную вонь даже тут чую. Крысы повсюду. Что такое? Пойди посмотри. Какой идиот решил поиграть? Thank you.
Какая прелесть. Там клепает этот портной. Пардон? Кто там ходит? Задвижка не выдержала. Наверняка. Что происходит? Разберись с этим. Если есть там кто, давай выходи сразу. Thank you.
Прости, Альфонсо. Больше перчаток не будет. Тяжелые времена. От мрака мне бы на крематории накопить. Чувствую. Настоящий мужик кормит свою семью. Мне надо поговорить с королевой нищих.
Приветствую. Готово. Вот рука твоего друга. Фантастика. Вот твоя плата, мастер-вор. Ты ее заслужил? Механика — это моя специализация. Загляни попозже, и я найду применение твоим талантам. Поздно уже. Горячий кофе. Сейчас не помешает. Почему ты вступил в страж? Чтобы защищать город и ради Баланды. А твое оправдание? Очень не хотелось сдохнуть с голода. Эх, продавали бы тут Баланду. Почему я скучаю? Подсоку не копыть. Вот это верно. Давненько я не пробовал вкусненькие похлебки из камина. Если зазеваюсь, крысы сожрут. А?
замерзаю. Наоборот, с гордостью пользуется ей, как дрянным одеколоном. Странно, что еще не начали разбирать дома на топливо. Смотри, накаркаешь. Надеюсь, кто-нибудь заварушку устроит. Я его проучу. Всюду мрак. Совсем разболелась.
жертву от мрака? Ты у меня уже все почистил.